Праздничную божественную литургию в главном Казанском соборе Жадовской обители Преосвященный Филарет начал с первой зорькой в 7 утра. Паломников и прихожан немного, но все они, как и положено, в средствах индивидуальной защиты. И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа, Преподобный Сергий Радонежский – один из самых почитаемых русских святых. Он основал множество монастырей, духовный собиратель русского народа, с которым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение духовной культуры нашей страны. Историки-летописцы называли его «ангел-хранитель России». Письменного наследия Сергий Радонежский, увы, не оставил. Но вся его жизнь и его служение Святой Матери Церкви – пример для православных. Помимо дел духовных, он активно занимался миротворчеством, ездил к воюющим князьям и уговаривал не воевать друг с другом. А когда пришло время, то отправил своих духовных чад, монашествующих Александра Пересвета и Андрея Осляби, бить татар-монгол на Куликовом поле. Умерял похотения вельмож наших, похотения какие-то неправильные движения, чтобы наша Россия, вера в России сохранилась, потому что праведный, как сказано, верою жил будет, чтобы мы всегда жили верою, и будет с нами праведность от Господа. Всех с праздником, с памятью святого преподобного Сергия. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.